вошло через нашу квартиру, через угловую, пробило нам две комнаты, вышло... Ну, не взорвалось. Да, не взорвалось. Пробило вторую квартиру и застряло в ванной третьей квартиры. Тут была ранена девочка. Там немножко осколков. Там осколками, скорая перебинтовала, там все нормально. Осколок стекла. Это ваша дочка? Нет, это соседка. Соседняя. Ну там девочка испугалась, она побежала прятаться в ванну, а он прилетел, прилетел в ванну, он ее травмировал немного. Нормально. Сейчас ее вывезли, она уехала к сестре. Это случилось в 6-10 утра, я еще спала, муж уже был в спальне в другой. Потом вбежали муж и сын и услышали стук в дверь, это соседка. Она приползла, испугалась взрывов, ее ранило зеркальными осколками, она была вся в крови. Вот. Мы оказали помощь, вызвали скорую, вызвали службу. Ну, как нам кажется, это со стороны аэропорта, Авдеевка, откуда-то оттуда. Чтобы показать, что здесь жить невозможно. Вот. А те, которые остались, то есть они поддерживают власть, и они готовы это испытывать до конца. Это ужасно. И самое страшное, мне казалось, что эта комната самая безопасная. И я думала, что когда начнутся серьезные обстрелы, сюда положить ребенка, да, этот диван. И в итоге этот диван, в него и попали. В этот диван. Прямо в угол этого попало зеркало. Там слева дырка в комнате. Сейчас придет оператор. Я в курсе. Просто если стреляют в дети, нужно в ту сторону бежать. Если спешка, то... Ну, попа, ни в коем случае. Оно ж не слышно здесь, куда стреляют.